небе что-то горит! Где? Я ничего не вижу. Мне, наверное, показалось. Да нет же, я же видел, там была вспышка. Но сейчас там ничего нет. Вон, посмотри, хватит выдумывать. Рома, прячемся! Это был метеорит? Не знаю. Пойдем посмотрим. Я же тебе говорил, а ты как всегда мне не веришь. Смотри, смотри, там что-то есть. Стой, стой, это же Гуджитсу. Я понял, Гуджитсу, галактическая атака. Все верно, это монстр Меркула, отдай его мне. Кажется, я понял, это Меркула, один из монстров Гуджитсу. Сами герои Гуджитсу отправились в космос, чтобы защитить нашу планету от монстров. Но один из них, Меркула, проник на Землю и пытается найти суперсилу Гу, чтобы захватить мир. Наконец-то! Суперсила Гу! Фух! Монстры Гуджитсу слишком сильны, поэтому нам необходимо найти супергероев Гуджитсу. Возможно, они вернулись на Землю, узнав о враге. Я Аэролак Трэш, супергерой Гуджитсу. Наполнение пластиковой гранулы и сила космического вакуума. Суперсила Аэроатака. Космо Пантаро. Я герой Гуджитсу. Мое наполнение слайм с блестками, словно космическая пыль. Моя суперсила космический холод. Стар Шэдоу. Мое наполнение глюкоза с блестками. Суперсила звездный удар. Солнцеподобный Блейзогод. Мое наполнение полимерные шарики. Суперсила солнечный удар. А где остальные? Меркула и воин Терек? Похоже, они затаились, чтобы нанести удар. Пускай познакомятся с нами. Я монстр Гуджитсу Меркула. Мое наполнение полимерные шарики и фигурки мини-паучков. Моя суперсила атака клона. Я воин Терек. Наполнение жидкость и полимерные косточки. Попробуй разгляди мои кости. Герои Гуджитсу, ловите монстра. Рома, смотри, у меня снова вытянулась рука. Монстры опять пытаются навредить нам! Гуджитсу, вперед! Пора начинать битву Гуджитсу! Рома, вспомни, что ты говорил, чтобы все вернуть на место! Суперсила Гу! Ура! Мы победили! Мы все поняли! Мы возвращаемся домой! Супер! Мы помогли одолеть врагов! Спасибо вам! А нам пора отправляться на защиту нашего мира! Но битва окончена! Вы победили! Монстры Гуджитсу не так просты, как кажется! Поверьте, они еще могут вернуться! Если что, зовите нас! Рома, а ты знал, что герои Гуджитсу – это не только игрушки, но и герои мультфильма, которые можно посмотреть только на YouTube? Ну-ка!
конечно! Ребят, ссылочка на мультфильм в описании!